вами Игорь, Майами. Вот записываю видео. Сегодня у нас съемка лукбука для дизайнера Хуля Чан, если не ошибаюсь, так его зовут. Проходит эта съемка в помещении. Сейчас вам помещение полностью покажу. Это очень интересное помещение. Здесь находятся как бы небольшие такие офисы. Тут и студия, офисы небольшие. Это для людей, которые занимаются стартапами, и у них нету много денег на аренду помещений. Тут ты можешь арендовать так же самое стульчик со столиком, также небольшое офис такой. Стоит это на порядок дешевле, потому что, допустим, если небольшой офис снять, это будет $3000. Это в Винвуде мы находимся, стоит здесь, это будет цена $1000, что очень-очень хорошо. Снимаю я сегодня видео бэкстейдж, так же само для этой съемки. Работаю с очень крутым тоже фотографом. Вау, забыл его имя. У меня, как всегда, с именами проблема. Работает он для Vogue, Elle, L'Officiel. Также само работаю мейкап. Это Gunnar, всемирно известный мейкап и hair, волосы делает. Это его собака. Эй, просыпайся. Сегодня очень жарко, и она отдыхает тоже. Так, пойдем мы в студию. Здесь у нас проходит вся съемка, съемочный процесс. Буду я, наверное, так показывать. Это сам дизайнер здесь. Там у нас стилист с моделью сейчас работает, все вещи. Здесь у нас свет-генератор. Съемка простая, потому что лукбук снимаем. Это у нас фотограф. Это у нас мейкап. This is for my video blog in the YouTube. I like the camera. I like it too. So small. Yeah. Тут у нас рабочая площадка. Там все мои вещи, мой кофе. Это вот одно помещение такое для съемок. Можно арендовать, можно снимать, что я тоже буду делать. Здесь тоже небольшое такое помещение. Не помещение, не знаю, площадь. Так, идем дальше. Здесь у нас находятся эти офисы. Не офисы, тоже такая площадка. Это вот я разговаривал. Называется 360 Space. Тут вот, не знаю, очень уютно. Здесь как бы для писем, но это все инсталляции просто. Вот такая вот кухонька, там люди работают. Здесь у нас вот находятся такие вот помещения там небольшие. Здесь как бы отдых, комната, ну не отдых, я не знаю. Можно посидеть, там люди работают. Там вот есть помещение. Здесь очень много стартапами занимаются. Это вот начинают свои какие-то проекты люди и берут это помещение и просто сидят себе здесь и работают. Сюда приходят с клиентами, встречаются. Не знаю, очень прикольно. Это вот второй этаж, это вид со второго этажа. Сюда. И вот так же самое идут. Вот ты можешь арендовать вот это вот место, это. Можно арендовать вот такие вот места. Тут кто-то уже вижу давно, очень много дипломов. Это значит, у нас занимаются строительством здесь. Очень много креативных людей здесь. Это очень-очень-очень радует. Потому что как бы за последнее время познакомился со многими людьми, с которыми нужно было познакомиться раньше, но время сейчас к этому пришло. Это у меня перед работой еще одна работа. Это вот съемка сама уже идет. Очень быстро все проходит, потому что 40 луков – это очень много. И нужно быстро отработать. Вот так вот эти проходят процессы, кому интересно. Я буду дальше снимать, потому что как бы мне за это тоже платят, мне нужно работать. Но то, что успел, то и снял. Скоро будут новые видео. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки. Не хочется дизлайки, но кто поставит, нормально. Задаем вопросы, буду отвечать. Все, всем пока.